Всем привет! В сегодняшнем видео я покажу вам, как сделать из одноразовых ложек, пластиковой бутылки, еще кое-каких частей, вот такую замечательную люстру. Сделал я ее часа за 4. Смотрится классно. Ее также можно использовать как ночник настольный. Но интереснее будет, если, конечно, подвесить ее к потолку. Вот так она выглядит во включенном состоянии. Я немножко убавил яркость на своем фотоаппарате, потому что светит довольно-таки ярко. Но давайте с вами сделаем такую люстру. Для изготовления такой люстры нам понадобится 5-литровая бутылка из-под воды. Именно круглая. Они бывают квадратные. Можно квадратную использовать. Ложки одноразовые. Вот такие вот беленькие. Лампа. Экономка. Потому что она не греется. Так как у нас все будет пластиковое, нам именно такая и нужна. Патрон. Немножко провода. Из инструментов это ножницы, канцелярский нож, клеевый пистолет. Первым делом нам нужно нарезать ложки. Примерно в одном и том же месте каждую ложечку режем. Так как пластик здесь хрупкий и будет ломаться, то есть неровно. Вот эти бортики, которые здесь, можно тоже немножко наискось вот так подрезать, чтобы они нам не мешали. Если где-то чуть сломалось, ничего страшного, следующая ложка у нас будет нахлёстывать, и она перекроет это место. Нарезаем достаточное количество ложек и будем их клеить. Нарезал ложки, подготовил бутылку, обрезал дно, убрал кольцо, ручку. Крышку оставляем, она нам пригодится. Ну, теперь буду клеить ложки на бутылку с помощью клеевого пистолета. Сейчас я покажу, как правильно их клеить. Клеить ложки буду снизу вверх. Сначала наклеиваю первый ряд, затем второй, третий и так далее. Старайтесь первый ряд более или менее выровнять, чтобы ложки были у вас на одном уровне. А дальше уже будете ориентироваться по первому ряду. Наносим клей. Закрепляем ложку и несколько секунд держим. Ложку достаточно приклеивать в одном месте. Делайте побольше капельку. Втыкайте кончиком. Когда клей подсохнет, когда клей остынет, будет нормально держаться. Приклеиваем ложки с небольшим нахлестом друг на друга. Наклеил первый ряд. У меня ушло ровно 15 ложек. Теперь второй ряд. Будем клеить нахлест первого. Но немножко со смещением, то есть в шахматном порядке, или как рыбья чешуя. Заклеил второй ряд. Теперь таким же образом клеим третий ряд. Тоже немножко сдвигаем в шахматном порядке. И заклеиваем бутылку до самого верху, до горлышка. Доклеил всю бутылку ложками. Вот что получилось. Еще из 9 ложек склеил вот такое кольцо. Его я приклею сверху, чтобы закрыть горлышко бутылки. Теперь нужно закрепить сам патрон. Для этого откручиваем крышку. И нужно вырезать отверстие в диаметре сантиметра 1,5-2 см. Чтобы патрон у нас сюда вставился и заклеим его с этой стороны горячим клеем. Теперь приклеиваем наше кольцо сверху. Выставляем его по центру относительно бутылки. И снаружи прихватываем немножко клея. Подсоединил провод. Теперь можно патрон закрутить. Теперь можно закрутить крышку. Получается вот такая у нас конструкция. Все, самоделка готова. Ее можно использовать как люстру, либо как ночник, просто поставив на стол. Сейчас кручу лампочку и посмотрим, как она горит. Получилась вот такая классная люстра.
который можно использовать так же, как и ночник. Друзья, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока!